Сколько раз информации каждый день, экзекуций всяких, день и наблетений. Там кого-то оскорбят при всем честном, тут орут до полуночи под окном. А калининцам, брат, все бы это знать, в нашей прессе невозможно все писать. Да к тому ж писать о разной ерунде, кто забрал, кого забрали, как и где. Слухи по городу ходят, наши, мол, джинсы не в моде. Джинсы в Калинине шьются, только не трутся, а рвутся. Перерыли наш родной Тверской проспект, потому что нехороший человек проработал там тяп-ляп до трын-дрова, как мы скажем, опустивши рукава. Но ведь это неудобство ни одно, и Чайковского разрыли заодно. Год назад асфальт ложили ведь снова, а теперь вот трубы сгнили, ну дела. Ну а чему удивляться, все ведь должно поломаться. Как же узнать, что случилось, что от калининца скрылось? Не приняли противопожарных мер в нашем супер-гранд-отеле «Селигер». Загорелся на четвертом этаже, пламя не было, а дым валил уже. Да поджег какого черта, вот напасть, интурист окурок бросил и лег спать. Понаедут тут с капстран нам водку жрать, надо их на алкоголь всех доверять. Мало ли у нас этих, что ли, каждый второй алкоголик. План магазины, да что там, только лишь тянут на водке. Мало ли у нас этих, что ли, каждый второй алкоголик. План магазины, да что там, только лишь тянут на водке.